Hello, guys! Добрый вечер, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня у нас в меню очередная азербайджанская национальная кухня. Эта еда называется кюфте из фрикаделек мясных с разными приправами. Также у нас жареная рыба, квашеная капуста, кока-кола и азербайджанский наршарап. Это приправа из гранатового соуса к рыбе. Let's get started. А кола тоже местная азербайджанская с лаймом, с лимоном. Азербайджанского производства я имел в виду. Let's get started. Посмотрите на эти фрикаделки. Кефты приготовила моя мама. Очень вкусная, наваристая. Наш араб придает рыбе очень острый вкус, сладковатый соус. Пикантный вкус такой. Рыба, кстати, это скумбрия. Кроме хребетной кости, у нее нету других костей. Квашеную капусту тоже ставит моя мама. Очень вкусная, очень.
Очень нежное мясо у этой рыбы. И жирное, кстати. Кстати, вот это блюдо кюфта, ее мы тоже кушаем в основном в зимний период, в холодное время. Ну все, друзья, на этом все, потому что многие, некоторые из моих подписчиков и тех, кто смотрит мой YouTube-канал регулярно, они, ну, как бы жалуются на то, что слишком длинные видео, особенно в последнее время, 30 минут, 19 минут, 20 минут. Нужно делать покороче, чтобы интереснее было смотреть. Поэтому я сегодня вот делаю покороче, старался сделать покороче. Всех вас люблю. Продолжайте. Continue to watch my video, guys. Love you. Put your comments, please, and like and share my videos. Bye, guys.